17 ноября в лицее номер 13 имени Расула Гамзатова состоялась церемония открытия муниципального этапа всероссийских соревнований по баскетболу среди команд общеобразовательных организаций города Каспийска. Проходить турнир будет в рамках общероссийского проекта «Баскетбол в школу» чемпионата школьной баскетбольной лиги КС Баскет. Почетными гостями мероприятия стали заместитель начальника МКУ управления культуры, молодежной политики, спорта и туризма Набиз Залов и региональный представитель всероссийской школьной баскетбольной лиги КС «Баскет» Керим Муратханов. Открыли мероприятие яркими и запоминающимися номерами воспитанники детской школы эстрадной песни города Каспийска. Они зарядили всех участников позитивным настроем, а также укрепили спортивный дух игроков. Стоит подчеркнуть, что соревнование будет проходить в течение двух дней среди юношей 2006-2011 года рождения.